Да, мэм. Ну и где она? И почему ее до сих пор нет? Ну, приведи ее сейчас же. Слушаюсь, мэм. Над улицами Москвы была замечена женщина, летающая в непристойном виде на метле. Какой абсурд! Эпатажник Сальвадор Дали развлекался на неделе мод. Мама, ты меня звала? Ну, и где ты была? А? Почему я должна тебя так долго ждать? Леди, не принято опаздывать. Я была у себя в комнате. Что? Подали чай. Соблюдай правила и приходи на чай вовремя. Как ты себя ведешь? А ну-ка, давай, покажи мне, как должна пить чай истинная леди? Ну, мама, хватит уже! Ну что это такое? Ну как ты себя ведешь? Ну разве я так тебя учила? Повторяю в последний раз, как истинная леди, ты должна вытянуть шею, плечи расправить, грудь вперед, колени сомкнуть и налево, блюдце мы держим in the left hand, чашку in the right, подушечка большого и указательного пальца, мы обнимаем ручку, and that's all. You see, I know it all. Бум! 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 О, май гад! It's 5 o'clock! Алиса, иди давай на улицу. Вот тебе пенни. Купишь себе что-нибудь. Мама, почему я должна делать все, как ты скажешь? Дорогая моя, ничего не желаю слышать! Но у меня нет друзей! Ой, Чарльз, дорогуша, приберите тут все и скажите, чтобы на кухне начали готовить ужин. Что-то я притомилась. Ой, пойду-ка я вязать носочки. Скажи мне, с кем идти гулять? Мне не с кем. Почему молчишь? Не отвечаешь? Меня никто не понимает. Все постоянно указывают, отчитывают. Надоели эти правила. Хочу делать то, что я хочу. А что же я буду делать? Может, сыграем в шахматы? 1, 2, 3. Наверное, испугалась. Боится мне проиграть. Ну что, начнем?
третий час игры. Черный кон на А3, шах. Белый король на А1. Черный фечь на Б1, шах. Белая ладья на Б2. Черный конь на С2, шах и мат. Стоп! Как это вообще возможно? Да как я могла проиграть? Я настоящая! Это я настоящая Алиса! А ты всего лишь мое отражение. Взять его! Так, где? Где же ты, где? Эй, покажись, где ты? Ах, вот ты где! Это из-за тебя я проиграла. Так и отправляйся к своей хозяйке. Остановится
Нет, дорогуша, этот осколок принадлежит мне. Но это мое зеркало. Твое зеркало находится вон там, а мы сейчас здесь. Здесь это где? Здесь. Это в мире Зазеркалья. Дамы и господа! Dear ladies and gentlemen! Cienījamās dāmas un godātie kungi! Позвольте наш литературный бал читать... А-а-а! Стойте! Нет-нет-нет! Где я оказалась? Как это произошло? Что это за место? Золотце, ты находишься на литературном балу. Здесь собрались самые знатные семьи, графы и даже князья. А что такое бал? Где он находится, этот бал? И почему я оказалась именно здесь? Бал — это восхитительный праздник, где прекрасно одетые кавалеры и сказочно грациозные дамы танцуют и прекрасно проводят время. И мы безгранично рады приветствовать вас! Ну скажите мне, где я? Как мне выбраться отсюда? Я лишь хотела поиграть в шахматы. Я не знаю, где я и как мне вернуться домой. У нас нет времени объяснять тебе. Ты прошла через зеркало и ощутилась на нашем балу. Как ты могла заметить, нас удостоили чести провести его. Тебе всего лишь нужно собрать все осколки от зеркала и сложить воедино. А теперь ступай. Ступай. И помни, если ты не успеешь до рассвета, то останешься здесь. Навсегда. 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 Дамы.